Переехал я дальше, друзья. Походил там в сосенках. В общем, чуть-чуть маслят. Ну и больше нету. Ветер ледянущий. Здесь как-то вот в лесу чуть-чуть получше. Поменьше ветра. В общем, приехал, смотрите. Вот такие вот березки. Такие уже почти большие. Но видно, что это было поле раньше. И оно заросло. И вот иду. Понимаешь ли. И смотрите. Конечно, на тонкой ножке. Да, это подберезовичек. Кстати, молодой. Ну, такой, видите, светленький. То есть, в принципе, молодой. Но это не все, что я нашел. Моя корзиночка. Здесь же опять, смотрите. Что здесь растет? Это он. Паутинник триумфальный. Он, кстати, еще маленький. Паутинничек тоже сберем. Вот еще. Это уже не маленький паутинничек. Смотрите. Кабанчик какой. А? И это не все. Еще паутинники есть. Вот он, пожалуйста, еще паутинник. И еще. О, хороший. Вот целая семейка. Сейчас я туда подойду. Сначала вот здесь вот еще. Видите, какой кабанчик стоит. Паутинник, о, большой. Он уже переросток. Где-то еще-то. Так, давайте положим. О, я тут что-то увидел. Смотрите-ка. О, смотрите, мухомор. Я вчера, кстати, настойку сделал. Где-то 1,5-литровую банку. Наверное, покажу вам после. О, червивый. Смотрите, молодой. Красавчик. Мухомор возьмем. И давайте эту семейку, да? О, тут еще была из кабанчик. Я еще не дошел. О, вот этот чистый будет, смотрите. Нога твердая. Классно. Попал на семейку. Паутинник. Еще грибочек. Еще грибочек. Еще гнутик. Еще нету больше. Есть. Ха, мухоморы. Красавцы. Смотри. Вот это да. Ух, какой. А? Да, это, друзья, шикарный мухомор. А тут что стоит? Паутинник, что ли, огромный? Да, переросток уже. Тут прямо грибное место. И подберезы, паутинники. Мухоморы. Это уже плохой. А вот он, смотрите, какой красавец. Лезет, ну-ка. Ё-моё. Какой он шикарный, друзья, посмотрите как. Его. Да это лучший мухомор вообще в этом году. Он, смотрите, молодой, идеальный. И прямо такой красный, а. Это яркость. Вот такая мухоморная рука. Счастье, что ли. Конечно, счастье. Настойка полезная. Можно мазать суставы, всякие кожные высыпания. Ну, там еще много чего, я еще даже не изучил все. Но иногда применяем. Так что сделаем. Ой, какие. А может, теща, да, мухоморов. Лучшие мухоморы 2024 года.
Мухомор идеалус. Иду дальше. Попадаюсь в этом березняке. Паутинечки. Кстати, сорвал, смотрите, какой толстенький. Хороший. В общем, я уже с грибами, друзья. Уже с грибами. Вчера я жареху пожарил. Ну, вы видели. Вкусное? О, смотрите, сколько грибов уже. И вот еще молодежь. Вот это, правда, мягкий какой-то. Ну, посмотрим сейчас. Вот еще гриб. О, о, какой, друзья. Твердый. Смотрите, как белый почти. Толщина-то. Это мощь. Прикольно, я что-то даже и не знал, что здесь они растут. В этой березе возвращаться. Сейчас туда схожу подальше. А потом вот той стороной обратно буду возвращаться. Ха-ха. Березка, конечно, красивая вообще, да? Вообще, друзья, кашу я паутинники тут. Смотрите, сколько уже. Такие встречаются прям. О, толщина какая. Молоденькие стоят вот. Вот они. Побольше. Раз. Вон еще. А это трум. А я не знал, что они здесь. В этом лесочке растут. Раньше здесь только под березовики находил. Тут еще и паутинники. О. И так далее, кстати, друзья. Вот еще. Опа, смотрите, толстенький. Я так думаю, они здесь и дальше. Да, вот еще, смотрите. Еще два. Молоденький. Тоже хороший. Ну так вот смотришь. И они тут. Там всем везде стоят. Вот еще. А здесь. О, какой. Все. Сегодня я грибами обеспечен. Как вчера. Ну, уже треть корзины паутинниками набил. Смотрю, стоит шарик. Мухомор. Вот такой вот. Ну, я приподнял голову вот туда. Видите? Я так сразу и не увидел. А он тут стоит, красавчик. Смотрите, кто. Вот березочек молодой. Ах, какой красавец, а. Ой, муха на нем. Эй, муха, иди сюда. Фу, фу. Сдув. Вот так вот. Подберезовики, мухоморы, паутинники. Валом. В этом березовом лесу. Смотрите. Просто идеальный мухомор попался. Классненький. Естественно, паутинник. А тут подберезовик. И еще вот большой. Но этот, не знаю, уже, наверное, он того. Ну, такой еще более-менее. Есть грибы? Мухомор. И еще попадается. Такие они здесь прям классные, эти мухоморчики. Идеальные. Почему их есть нельзя? Они же вкусные. И пособирать можно. Других грибов-то нет. А здесь какой мухоморчик стоит. Шикарный, я так думаю. О, друзья. Какой мухомор, а? О, вот это мощь. Как белые грибы. Супер. Обалдеть. Красивые они. Вообще красиво в лесу. Здесь красные листики. Березки белые. Листва желтая там. Идешь, наслаждаешься красотой. Только вот с носа капает. Потому что холод прилетел. Завтра обещают дождь со снегом. Или снег с дождем. В общем, приходит уже зима потихонечку, подбирается. Жалко.
Может, мы все-таки успеем еще белых пособирать осенью. Друзья, срывая паутинник, смотрите, во какой размер бывает. Огромные. Тут вообще вон еще большие, еще стоят. И два красавчика мухомора. Ну, смотрите вам. Идеальные. Идеальные красоты. Мухоморчики мы вот так складываем сюда. Тут вот тоже наберем малыша. Раз сюда. И корзина-то уже тяжелая, друзья. Ух. В общем, классно. Сегодня холодно, но по грибам классно. Я чувствую, здесь есть еще. Мухоморус идеалус. Да. Красавец, вообще такие красивые грибы. Я просто в шоке. Что-то мне так понравилось мухоморы собирать, друзья. Они такие шикарные, красивые. Вот это тоже один из лучших. Он не раскрывшись, но он мощный какой, а. Смотрите. Знаете, идеальный мухомор, да? Согласитесь? Просто прелесть. Красавчик. Маленькую мы тоже заберем. О! Классно. Идешь, идешь, так хопа, и вот они, красавцы. Я еще вон там не был. И там не был. И вот туда дальше еще. Ха! А корзина у меня уже больше половины. Шел до окраины, смотрите. Дальше поле, там через поле лес. И вот так вот, смотрите, среди травы. Фу. Встречают такие красавчики. Какие они красивые, а? Фу. Обалдеть. Сегодня я нахожу лучшие мухоморы в своей жизни. Самые красивые. Столько их, не совсем прям много, но десяток уже вот таких вот красавцев я нашел. Прям, смотрите, темная шляпочка, да? Обалдеть. Это какая прапочка по этой стороне? Новый вид, друзья. Боровик паутинниковый. Я шучу, конечно, что это боровик. Но каков размер-то, друзья? Чем вам не боровик, да? Вот это мощь! Да, это самый крутой вообще паутинник. Прям как боровик реально. И звук-то у него, да? Отправляется к нам в корзиночку, которая уже почти полная. Паутинники здесь как попадаются вообще на редкость. Красивые, изумительные. Смотрите, ой. Вот тот боровик, да, смотрите. Кстати, ножку зачистил. Чистый. Еще, да, видите, так уже бочонковые. Вот такие вот. Шикарные просто паутинники, а. Это вообще обалдеть, сегодня грибалочка. Я там доволен. После засухи пособирать. Пускай не белые, но паутинники красавцы. И мухоморы сказочные. Вообще обалдеть. Я доволен, я счастлив. Еще один боровик. Бородик паустовский. Паутос. Какие грибы. Опять. Это удивительная здесь роща. Березы. Смотрите, какая красивая. С красненькими кустами. С полными корзинами. И вот такие просто боровики. Паутинники. Ну-ка. Ну. Такой же пример, чуть-чуть поменьше. Обалдеть, вот они еще раз тут. Не знаю, большие, небольшие, толстые, не толстые.
отспарить потоньше, но ой во. И мухомор. Я в шоке, друзья, смотрите, что попалось. Паутинички. Просто шикардос. Это тут кабан. Размер там был. Он еще. Вот такой вот клондайк. Пучок. Просто пучки грибов. Красивые грибы. И о, вот это да, гигант. Сколько грибов на одном пятачке. Вот это да. Я в шоке, что происходит. Во-первых, красивейший мухомор. Пока что так положу. Еще один. Ой-ой-ой. Молодой. Тут муха. Классные паутинники. Еще. И, друзья, сюрприз. Только что-то с ним случилось. Но это, друзья, смотрите на ногу. Это белый. То есть, оказывается, здесь растут белые грибы. О, а нога-то еще неплохая, кстати. Только, наверное, на него шляпка, ну, ветка упала, в смысле. А это белый. Вон какая ножища там. Уходит в землю. Обалдеть. Может, тут и хороший белый есть. Что за лес? Что за чудо-лес, друзья? Я в шоке. Полная корзина у меня уже, все. Положить некуда, друзья. Полная картина. И я с самого края леса. Что это? Белые. Ха! Белые грибы уже. Переросток. Ё-моё. Фу. Я нашел еще белые грибы. Смотрите. Ну, конечно, они уже все. Но, тем не менее, это белые. Обалдеть. Откуда они тут? И молодых не видно. Здесь как вот паутинники еще. Паутинники, правда, уже. Вот один хороший. Белый. Две штуки. И вот такой грибной тур, друзья. Однако. Необычная корзина. Паутинники. И мухоморы. Ой, тяжелая какая корзина. Вот так я его тут поместил. Паутинички, конечно, вообще, друзья, смотрите. Просто фантастика.
Рука счастья из мухоморов. Не было у меня еще такой руки счастья. А тут такие мухоморы. Как говорится, грех не заснять такую красоту. Обалдеть вообще. Супер. И рука счастья из паутинников сегодняшних. Они как боровики просто. Смотрите, какие классные грибы. Просто сказка. Ну смотрите, чем не боровики, да? Обалдеть. Супер. Целая толпа. Куропаточки. И замерли вам. Не улетают. Ну все, берез. Пока. Все, друзья, я уезжаю. Корзина переполнена. Я доволен. Так что такие новости. Белые, кстати, 4 штуки получилось нашел. Те, конечно, плохие. Но они были, получается. Кое-где. Кое-как выросли. Ну а паутинников и мухоморов набрал, конечно, красавцы вообще. Ладно, друзья, до новых встреч. Кстати, друзья, подписывайтесь на канал Дзен. Называется Михаил Комаров. Вдруг что с Ютубом. Так что не будем теряться. Пока, друзья. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и, естественно, удачи грибной.